Что это за печенюшки? Подмышки нужно мазать. Мы уже мыло нанюхались. Попробуйте. Чудо. Они у меня вот тут застряли. Вот сюда подложу. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале Сестрички Лайв. Что-то давно мы не снимали для вас видео. И сегодня мы будем открывать адвент-календари. У нас будет битва двух календарей. И вы, как всегда, должны выбрать, какой вам больше нравится. Так, комментарии у нас закрыты. Это значит, переходите на наш инстаграм, ссылочка в описании. И голосуйте, какой вам календарь больше понравится. А если нет инстаграма, то поставьте лайк, если вам понравится какой-то из них. Неважно какой. Ну что, а мы начинаем. Вы подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. А кстати, а вы знаете, что у нас появились два новых канала? Это игровой канал у Ксюши и бьюти-канал у Маргариты. Все ссылочки на наши каналы в описании. Мы вас ждем там. У меня неинтересно. Нет, мне неинтересно. Это у меня неинтересно. Мне. В общем, подписывайтесь на нас. Мы купили два адвент-календаря, они совсем разные. Мой календарь с косметикой. Мой календарь тоже с косметикой, но для ванны. Всякие такие интересные штучки для ванны. Этот календарь марки Essence. Такой красивый новогодний. Открываются дверцы. И тут посерединке большая елочка. Кстати, здесь тоже есть окошки. И здесь тоже. Там что-то лежит. А у меня такая маленькая, миленькая коробочка. И тяжелая, кстати. И она уже очень вкусно пахнет. Вот как она выглядит. И сейчас мы узнаем, какой календарь стоит покупать, а какой нет. Мой календарь стоит $35. А мой календарь $30. Ну, давайте открывать. Мы будем открывать по одному окошечку по очереди. Так, ну что, и первое окошечко. Вау! Что-то там очень красивое. Так, посмотрим, что это. Какая-то пудра. Наверное, после макияжа. Да, это пудра после макияжа. Такая красивая новогодняя упаковочка. Тут даже печенька нарисована. Теперь моя очередь. Сначала откроем коробочку. Вау! В большой коробке очень много маленьких коробок. И он так вкусно пахнет. Тут книжечка, а тут все написано, что внутри. Ну, пока не будем смотреть, чтобы нам было интересно. Так, где номер? Тут номер 2, номер 3. Ой, все упало. Тут номер 1. Вот такая вот коробочка под номером 1. Пахнет печенькой. Не могу открыть. Ух, там. Ого. Это мыло в форме сердечка. И тут какие-то семена. Я буду убирать обратно все в коробочке. Очень круто. Ну что, цифра 2. Теперь уже окошко немножечко побольше. Ну, кстати, очень хорошо открывается. Коробочка какая-то. Кстати, ребят, я на моем канале тоже открываю адвент-календари. Поэтому, если вам интересно, переходите на мой канал. Давайте посмотрим, что в этой коробочке. А тут уже написано. Мини-липстик. Здесь помада, по-моему. Да, две маленькие помадки. Они как карандашики. Давайте откроем и сделаем скотч. Они такие яркие. Вау. Очень ярко. Вторая немножко коричневого цвета. Вот такая. Ну, розовато-коричневая. Вот маленькая коробочка. Она вкусно пахнет. Здесь, наверное, везде мыло. Каким-то цветом пахнет. Какой-то контейнер маленький. Vanilla Kiss Lip Scrub. Это скраб для губ. Давайте откроем. Ого. Беленький скрабик. Пахнет очень вкусно. Это ваниль. Цифра 3. Вот. Открываем. Ой, что это? О! Этого у меня еще нет. Это пинцет, чтобы брови выщипывать. А я еще не выщипываю. Такой вот он маленький. И тут нарисованы пингвинчики. Очень миленько, мне нравится. Так, цифра 3. Тут она у нас. Понюхаем. Пахнет тоже вкусно. Они все вкусно пахнут. Ой. Это мыло в виде макарон. Это мыло для лица. Похоже на настоящее. Здесь написано, что это мыло для лица. Я буду мыть лицо макароном. Так, следующие 4. Вот она. О, какое большое окошко. Будет что-то большое. Ух ты, что это? Какие-то наклеечки. По-моему, это на ногти. Да,
Да, это наклеечки на ногти. На новогоднюю тему. Буду делать себе маникюр на Новый год. Тут подарочки, носочки, шапочки. На несколько раз хватит. Нужно красный лак купить. И белый. Так, следующая коробочка. Номер 4 у нас... Тут. Тут у нас номер 4. Тоже вкусно пахнет. Опять мыло? Ты, наверное, опять мыло. Ого, у нас... Ого. Квадратное мыло. Есть какие-то добавочки. В общем, это чтобы мыть ножки. Для ног мыло? Чтобы ноги вкусно пахли. Так, следующая это пятерка. Смотрите, какое большое окошко. Так, открываем. Что это за печенюшки? Так, смотрите, здесь тут на крышечке тоже что-то написано. Find your little heart baker. Так, посмотрим, что это такое. А, это на подарочки, когда ты кому-то даришь подарочки, сюда написать его имя, потом вот это вот на подарочек наклеить или... Да, или просто привязать на подарок. И подписать имя. Прикольно. Вот я нашла цифру 5. Так, и тут у нас... Ой. И... Опять какой-то. И это у нас Orange Kiss Lip Balm. Чего это? Может быть, что это бальзам? Ага, это после скраба. Ага. Тут написано Orange Kiss. Циферка 6. Вот здесь. Ты кисточка! У меня такой нет. У нее хорошая упаковочка, она лежит в пенальчике вот таким. Вот. Пушистая, мягкая кисточка. Цифра 6. Тут у нас большая коробочка. Очень большая. Интересно, что там? Тут, наверное, 5 мыла. Ого. Это капкейк. Он выглядит как настоящий. Тут есть тоже посыпка. Я бы его съела. Очень вкусно пахнет. Смотрите, какой он классный. Выглядит прям как настоящий. А пахнет печеньками. Одно такое мыло стоит почти $5. Так, цифра 6. Прям на елочке. Ой, она такая маленькая. Там что-то очень маленькое. Что это? Наверное, какой-то карандаш. Давайте нарисуем на руке. Да, это для глаз. У меня такого еще нет. Тут у нас номер 7. Тоже маленькая. И тут у нас... Ого. Такая прямоугольная форма. Это для рук. У нас будет очень много мыла. Вкусно пахнущего. Так, цифра 8. Открываем. Ух ты, какой-то крем. Это крем для рук. Очень красивая упаковочка. Здесь нарисован лебедь. Как раз мне нужен крем, потому что мне очень сильно сохнут руки. Теперь у меня цифра 8. Такая вот коробочка. И тут у нас... О! Что это? Какая-то баночка. Ой, что это? Это пилинг для ног. Вот пилинг. Это тоже апельсин. Так, циферка 9. Что-то маленькое. О, это лак. Это лак для ногтей. Вот в таком вот коричневом цвете. Такой металлический коричневый. Красивый. Девяточка. Так. О, тут опять у нас мыло какое-то. Квадратное. Какими-то добавками. Пахнет очень вкусно. Ребята, они на самом деле очень вкусно пахнут. Им будет очень приятно мыться. Циферка 10. Наверное, тоже какой-то карандаш. Нет. По-моему, это тушь. Тушь — это хорошо. Будут у меня две туши. Да, ребята, это тушь. Тоже очень красивая упаковочка. Пышная кисточка. Цифра 10. Тут что-то маленькое внутри. А, тут очень маленькое. Какое-то сердечко. Это масло, наверное. Маргарита тоже открывала календарь. У нее там тоже была такая, но они были круглые. И она на него надавила, а он лопнул. И масло было везде. Так что с этим нужно осторожно. Вот такое розовое сердечко. В такой коробочке такое маленькое сердечко. Цифра 11. Интересно. Ух ты!
это браслет на руку. Саш, звездочкой. Сейчас вытащим и наденем. Вот такой вот браслетик. Так, цифра 11. Тут у нас... Ого, тут мыло. Это снежинка. Очень красивая. И пахнет вкусно, как я думала. Новогодним просто каким-то вкусом. Угу. Следующий 12-й. Вот так. А, нет. Нет, по-моему, бальзам. Да, это бальзам. Бальзам для губ. Ой, оранжевый. Ого ты. Чуть-чуть слегка розовый. 12 номер, вот он. Наверное, мыло. И тут у нас... А, нет. Тут у нас опять какая-то баночка, коробочка. Такая вот баночка. Я не знаю, что это. Какой-то крем. Какой-то номер. Под блузки нужно мазать. Да, потому что под блузки нужно мазать. Ну и пахнет дезодорантом. Так, следующий это 13. Вот она, как раз вот эта дверца. Мне так интересно, что там. Это наклеечки на лицо. Ну это я Каролинке подарю. Такие вот камушки, которые нужно клеить на лицо. Тут номер 13. О, все. И оно круглое? Нет, круглое. Это какой-то пончик. Такое жирное, скользкое, наверное, мыло. Фесты. А, это для волос. Поэтому оно такое жирное. Ну, что это для волос? Так, 14. О, это точилки. Такая вот точилочка для карандашей. Для тоникового и для... Ой, для тоненького и для толстого. Я думаю, я это буду использовать для карандашей, которыми я рисую. Потому что косметических карандашей у меня нет. Ну, вот только этот черный. Цифра 14 тут у нас. 5 у нас какое-то мыло. О, оно прозрачное. И что-то сыпется. Какие-то семечки, наверное. И тут кусочки. Ну, такой же запах, какое-то мыло тут было. Это мыло для рук. Такое маленькое. На 15. О, прозрачный лак. У меня как раз закончился прозрачный лак. Так, номер 15. Такой бочонок. Тут написано hand cream. Это крем для рук. Он такой жидкий. С апельсиновым запахом. Крем для рук у нас не было. Так, номер 16. Это тени для бровей. Так, тут два цвета. Светло-коричневый и темно-коричневый. Но я не пользуюсь этим. Вот эти здесь даже есть формы для бровей. И разные. Но я брови себе еще не рисую, так что да, маме. Я мама, ты мне дашь. Нага, тебе нужно обязательно красить брови. Тебе вообще ничего не надо. Я мама. Номер 16. Тут опять какой-то это. Какая-то баночка. О, не знаю, что это. Бальзам для... Это опять крем. Для рук и для ногтей. Это крем для рук и для ногтей. Это мне нужно. Номер 17. Ух ты. Это, по-моему, это резинки. Это резиночки для волос. Номер 17. Тут опять мыло, наверное. Ой, я маленькая. Это не мыло. Это, наверное, какие-то духи. Это мыло. Это масло для массажа. Такой маленький тюбик. 18. О! Ох ты! Блестящие. Это что-то интересненькое. Вот так, все. А, это сверху помады, по-моему. Это сверху на помаду. Блестки. Сейчас попробуем. Пахнет приятно. Всегда так сразу. Тут очень много это не блёсток. Кисточка, это лопаточка. Лопаточка. Не очень приятно, потому что блестки попадают в рот. Наемся потом еще блесток. Номер 18. Тут опять мыло. Ого. Смотрите, какое оно. Оно такое красивое. Очень вкусно розочкой. Я уже наелась блесток. Они у меня вот тут взяли. Сзади зубов.
Номер 12. 19, то есть. Что это? Что это за тряпочки? Да, это чтобы смывать макияж. Она очень мягкая. Ого. Тряпочка для снятия макияжа. Это я, наверное, тоже маме подарю. Номер 19. Так. Тут опять мыло или нет? А! Что это? Это шампунь. Это для волос. Там написано, когда волосы будут мокрые, надо вот так намылить их. Шампунь в виде мыла. Первый раз такое вижу. Ну что, ребят, остались 5 окошек. Красный лак. Говорят, на Новый год нельзя ничего красить. Потому что это год быка. Быку не нравится красный. Так что этим я Новый год точно не буду красить. Вот такой вот красненький лак. 20-я коробочка. Что-то большое. Тут у нас опять такой бочонок. Тут виноград нарисован. Это йогурт для тела, и тут виноград. Главное не съесть. Да, пахнет вкусно, очень вкусно. Какое огромное. Это блокнот. О, это блокнот. Это ноутбук. Блокнотик для заметочек. Такие вот есть. Есть вот такие вот. Типа планера. 21-й. О, это что? Это я думала, что это бомбочка для ванны. Тут вообще нет бомбочек. О, похоже на бомбочку, но это не бомбочка. Пахнет очень вкусно. Ой, я заберу это. Это не мыть руки, это нужно в ванну кидать. И потом, когда будет... Это мыло. Не слушайте. 22. Так, что это? Это хайлайтер. Ты точно не понимала? Да, это мини-хайлайтер. Он блестит. Просто шиммер-шиммер. Вот, 22. А тут опять мыло. Везде тут мыло почти. Хочу бомбочку. Нет! Оно должно вот так быть. Это шоколадка, она. Ну что, поломалась? Клубничкой пахнет, да? Это можно бросать в ванну. Наверное. Так, ребятки, 23-е окошко. Вот оно. Тоже какие-то наклеечки, наверное. Ой, нет, это дуровки! Еще и на новогоднюю тему. Смотрите, что тут есть. Олень, снежинки, елочки. Точно сделать себе на новогоднюю. Смотрите, ребята, остались 2 коробочки. Одна плоская, а другая такая квадратная, большая. Что тут может быть? Коробка в... Что это? Это пробник парфюма. Free, видите, пробник. Сюда засунули. Давайте понюхаем. Такой маленький, но один нас хватит. Ты меня научил. Он мне не понравился. Я вот это вот сюда положу. Так, ребят, последняя кошечка. По-моему, мы уже мыло нанюхались. Ой! Что там? Там водичка какая-то. Это кисточка! Смотрите, какая она красивая. Водичка с блестками. Но она очень прикольная. Так, последняя коробочка. Это еще один капкейк новогодний, тут снежинки. Очень красивый. Можно я его съем? Как пахнет? Попробовать? Nope. Ты что, дура? Да, это посыпка. Это настоящая посыпка. Может быть, он весь съедобный? Попробую. Это васаби. Это васаби. Нет. Это вообще-то календарь несъедобный. Но я его ем. Мне очень понравился мой календарь, потому что мой. Очень хорошие запахи. Очень много мыла. Хватит на целый месяц. Хотела сказать, на год, но нет. Этот календарь можно кому-нибудь подарить. Очень красиво. Пахнет вкусно. Все продукты очень красиво упакованы. Я этому набору даю 10 из 10. Нет, 9 из 10. Эти духи, фу. 9.9, потому что этот
Парфюм не очень вкусно пахнет. Может, только мне не нравится, но он как-то странно пахнет. Мне тоже очень сильно понравился мой календарь. Все очень красивое, и мне понравилась вся продукция. Поэтому этот календарик тоже очень хороший для подарка. Только лаки мини-версия. И вот эти вот карандаши для губ тоже мини. А все остальное полная версия. Поэтому я думаю, этот календарь окупает свою цену. Я ставлю своему календарю 10 из 10. Поэтому, ребят, если вам понравился хоть какой-то из этих календарей, то поставьте лайк. А кто хочет проголосовать за мой календарь или за Ксюшу, то переходите на наш инстаграм. Ссылочка в описании. Кстати, ребят, на нашем канале скоро выйдет новое видео, как мы будем делать друг другу адвент-календари, как в прошлом году. И открывать календари мы будем на нашем блоговом канале. Ссылочка в описании. Всем пока, спокойной ночи. Ну что, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Мне будет жалко мыть эти руки с этим капотом. Мне будет жалко мыть руки с этим капкейком, потому что он очень красивый. И снежинка. Это для...